Да, меня зовут Резутин Николай. Я проживаю в Брянской области. В Крым мы ездим, начиная где-то с 98-го года. Постоянно путешествуем на машине с женой, с семьей. Что, за эти годы мы привыкли, мы полюбили Крым всей душой. Даже на Кавказ почему-то на нас не тянет. Мы все время тянет нас сюда. Зимой частенько просматриваю в Коктебеле веб-камеры, любуюсь. Даже зимним елку новогоднюю смотрю. Поэтому всегда жду лета, чтобы поехать отдохнуть здесь. Здесь теплое море, яркое солнце. Что еще нужно для отдыха? Загорай, отдыхай. Да, в этом году с открытием Крымского моста это стало гораздо проще. Посмотрели мы это грандиозное сооружение, понравилось. Я, кстати, следил за этим строительством и сейчас продолжаю следить за железнодорожной частью строительства моста. Приглашаю всех людей России, Украины, Белоруссии приезжать отдыхать в этом славном месте. В поселке Коктебель, в Судаке, в Николаевке, везде, где вы захотите. Здесь люди гостеприимные, всегда вам будут рады. Крым – территория позитива.